Так, анализ бобитов на Дельте Профессионал. В принципе, в первом луче, без легких элементов. Посмотрим. Так, какой это у нас B83? Сопы на B83. Стандартный час. Значит, анализируем образец номер один. То есть это, чтобы попадало и то. Давай вот здесь вот. Вот здесь вот сюда поставь, чтобы и то, и другое. Ага. Чтобы видно так? Ну да. Хорошо. Так, значит, сурьма 5,58, медь 8,53 и 8 тысячных свинца. Есть? Да. Есть. Где? Так, значит, далее номер 7. Номер 7. Значит, свинец 0,16, медь 4,09 и сурьма 8,72. Хороший отлично. Значит, номер 11,58, 5,96 и 0,32. Отлично. Идеально. 18. 0. Так, 0,39, 7,40. 6,14,24. Идеально. Да, еще покажи, что ли? Да, еще раз. Ага. И, соответственно, сравнение с маркой, да, то, что не попадает у нас, его справа спецификация, и то, что показывает. Все элементы не попадают, но так и должно быть. Да, анализ, вот, настройка. 8 секунд, первый луч. 8 секунд, первый луч. Поехали дальше. Или все у нас? Ну, у нас все, но можем еще ради эксперимента вот 14-й померить. 14-й образец. 14-й образец. 14-й это сурьма 12 и... Плохо видно. 12,1. Медь 6,45. 6,45. И свинец 0,35. Ну, прекрасно. Короче, тоже результат очень. Еще раз. 12,01 идеально абсолютно. Да. Медь. Это измерение бобитов на дельте. То есть это даже не ванты.